Живи Беларусь, слава белорусскому народу, который борется против диктатора Лукашенко. И вот хотел бы поднять необычную такую вопрос, тему затронуть. И вот смотрите, увидел в сети интернет такую статью, где шла речь о работе продавцов, которые продают шубы, меховые изделия. И вот журналисты одного из изданий провели опрос самих продавцов и покупателей, как, так сказать, у них идут дела, и как они фактически выживают в это сложное время для белорусов. И вот один из продавцов шуб сказал такое вот. Раньше, якобы, я могла купить трем своим детям по квартире, продавая эти шубы. Сейчас же просто нету смысла работать. Так заявила этот продавец. Фактически признала, то, что работать стало просто нерентабельно. Если работать стало нерентабельно, значит, логически мы идем к тому, что и покупатели фактически стали бедными. Продавец задает обычный вопрос. Шубы стали просто немодными или у людей нету денег? Сама этот продавец не знает ответ на этот вопрос. Вроде бы и раньше люди не бедные покупали шубы, но сейчас в разы уменьшились, так сказать, покупатели. А вот люди, которые планировали или просто зашли в этот магазин, говорят, что цены кусаются даже для них. Если раньше они могли в 2-3 сезона купить себе такое меховое изделие, какую-то шубу, там головной убор, то теперь это просто становится сильно накладно. Но тут есть один такой маленький-маленький плюсик. Все-таки защитники животных, которые борются против вот этих меховых изделий, против убийства животных, против эксплуатации животных для изготовления вот этих меховых изделий, все-таки получают радость, что спрос меньше, значит, убийство животных меньше. Вот, допустим, у нас в Киеве проходят постоянно акции протеста защитников животных против самих магазинов с меховыми изделиями, против фабрик, против, короче говоря, живодеров и тех, кто носит эти изделия. Вот вы, как простой человек, могли бы сейчас вот купить шубу или меховую шапку? Или это просто не модно, или это просто сильно дорого вот для вас? Как вы считаете? Напишите в комментариях. Я лично, вот мое мнение, как простого человека, я считаю, что в наше время это излишнее такое ненужное. Зачем тебе меховые эти изделия? Во-первых, зимы стали такие, которые можно дома, короче, пересидеть эту зиму. А с другой стороны, я считаю, что убивать заради шубы животных, это, так сказать, ну просто антигуманно. И я бы не носил бы ни шубу, ни шапку меховую. Это просто, я считаю, в наше время это уже пережитки прошлого. Такое мое мнение. До новых встреч, ребята. Всем хорошего дня. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.